Ви — перша дівчина з Кропивницького, яка розкрутила власний бренд. Чому саме One by One? Ансе Марта буде в Києві, в торговому центрі, в Лавіні. З бізнес-сегменту. Я з 14-ти років, або 15-ти років працювала. Анастасія Мельник — дизайнер, вона ж модель. Я порадувалася, що я змогла зробити таке рішення для себе прийняти. Мабуть, собак. Ну, подивіться. Так, в принципі, двоє дітей, собака і чотири, тоді. Інстаграм сіць. Но их много. Цінність та філософія в її роботі це посмішки її клієнток. Сьогодні в Ексклюзиві» ексклюзивний гість, засновниця бренду одягу One by One» Лідія Сметана. Вітаю вас! Добрий ой, день! Ой, ой. Як настрій? Отлично. Вже весна, Так. Да. все квітне, майже сонце сяє. Які плани на цю весну? А, плани у мене чи у бренда? У вас. А... А, ну, Мої плани зв'язані з брендом. Масштабірувати бренд, виходити на всіукраїнський ринок. Уже в форматі офлайна. В інтернеті я прочитала таку інформацію, що ви перша дівчина з Кропивницького, яка розкрутила власний бренд ну, з одягу, чи нашого uh -huh. одягу, саме yeah. через Інстаграм. Uh -huh. Платформу. Це правда? Так. Да. Я, я не знаю, де це ви прочитали, але в принципі, так, да, мабуть. Чому ви обрали саме цю платформу? Чотири роки тому вона, в принципі, була динамично развивающейся, поэтому Варіантів, альтернатив не було. Якщо не ошибаюсь, в тот момент соцсеть Російська ВКонтакте була закрита на території України, ну в принципі аналогов не було. А як взагалі з'явився цей бренд? «One by One»? by Мы до момента, когда мы начали создавать свою линию одежды, мы занимались ритейлом других марок. И в какой-то момент мы приняли решение, что не хватает ассортимента нужного нам для продажи, и решили попробовать. А, а чему самое one by one? Это первое название бренда называлось One Silve. Оно было придумано за обедом неправильно, как, по мне, как я понимала уже потом. Люди не понимали его перевод. Это, это были мои инициалы. А клиенты это ассоциировали с Львовом, Луи Виттоном, еще с чем угодно. Ну, и потом уже на основе маркетинговых исследований было принято решение, что бренд нужно переименовать в какое-то более лаконичное как бы, название. А One by One пришло по принципу голосования команды и клиентов. И плюс перевод это один за одним. Ну, то есть как Формат масс-маркета, ты не останавливаешься на покупке одной вещи, это не какие-то там откутюры изделия, которые там раз в какой-то период. И ты покупаешь постоянно. Пустильный По да. цикл. Ну, дуже мудро, так скажем. Скажите, а вот э, сколько вам было роков, когда появился бренд? А, э, <клес> ну, вообще в бизнесе одежду я с 25 лет, угу. а бренд в 27 семь. 27, 28, не знаю, где-то так. Я думала, что сейчас вам 24, 25. Вот <laughs> <laughs> я перепрошу. <laughs> не, ну это добре, навпаки. А, а с чего начинали саме в этом бизнесе? А, в пошиве одежды, да? Так, так. А, было принято решение, что для того, чтобы отшить первое изделие, это было самое простое платье. А, на тот момент, естественно, не было там профессионалов, ни конструкторов, ни разработчиков. Вот есть платье, вот примерно нарисовано, давайте мы его отошьем. Куплена была одна машинка швейная домашнего плана, не знаю, как, непрофессиональная. В общем, моего мужа-основателя родственница сидела дома и отшивала вот эти вот первые платья. Ну и когда первые платья попали в Инстаграм, выставились, мы поняли, что на них есть спрос. Мы, тогда у нас ориентировочные планы были на продаж, примерно там 2-3 изделия в день. То есть для нас это было если мы выйдем на такие продажи, это было бы классно, круто. Ну, кажется, в первый месяц мы уже перевыполнили свои планы, и, и тогда э, из формата дом это было выведено на съемное какое-то помещение небольшое, где мы посадили две или три шви Это в Кропивницке. Да. Да. Зараз, э, уже по всему свету, так? Ну, локально только здесь наход, а. находятся производственные мощности. А то есть только здесь. Продается А, новости. продается. основные продажи: 90% это Украина, 10% это по миру. А с Россией? Есть а, контакт? Ну, мы продаем на Россию, да, достаточно. Ну, если в сравнении с Украиной это минимальный объем, ну в сравнении с прошлым годом у нас существенный рост угу. и несмотря на какую-либо ситуацию политическую, мы от этого абстрагировались и планируем есть выходить в дальнейшем желают... на российский рынок. Это, например, те же люди, которые жили в Украине, теперь они переехали, у них есть запрос, отказывать им не имеет никакого смысла. Слушайте, ну вы реально раскрутили вот в Инстаграме свой бренд и какие найдеевшие засобы в результате вы можете сказать подъели? То, что подействовало 4 года назад, не подействует сейчас. А то, что действует сейчас, это командная работа. Нет никакой волшебной палочки там включить рекламу или еще что-то. Сейчас это большая команда, работает каждый день над соцсетью этой. Поэтому не помогу. Потому что 20-15 человек. А кто входа в вашу команду? Э, видеооператор. Это у нас два фотографа. Это руководителю отдела СММ, это ПР-команда, маркетологи, и поэтому как бы, вот вместе это большое количество людей. Кто идейный, натхненный к самой одежде, кто луки придумает? А у нас есть штатная модель, она же дизайнер, это Анастасия. Все образы, создание, подбор луков, только ее работа. А вы? Я у нее как помощник. А, как средичка? То есть кто, <laughs> можно сказать, вы на навпаки... пока... Допомогаете ей, так? Да. Я никогда себя не считала дизайнером одежды и для этого ну, как бы, вообще не подхожу, поэтому нет. Вы считаете себя топ-менеджером? Сео. Угу. Засновницей. Где mm -hmm. вы закуповываете ткани? География большая. Турция, Италия, Польша и Китай. Чему именно все страны выбрали? Это выбор, исходя из того, что предлагают. Например, то, что предлагает Китай, не может предложить ни одна страна по ассортименту, по качеству. Это, наверное, еще мнение какое-то там из советского пространства, что Китай — это там плохо. Китай — это сейчас передовые ткани. Порой они стоят достаточно существенно. Поэтому Китай 100% выборов в пользу ассортимента выбора. Польша нам удобна, потому что мы закупаем у них все материалы, которые используем для спортивных изделий. Это максимальное качество и натуральность. Мы пробовали с различными фабриками, где-то у нас происходили факапы по износостойкости, поэтому вот сейчас мы нашли то, что работает хорошо. Ну, Италия это какой-то, может быть, сток, то есть маленькое количество, и кто еще. Ну, Турция, ну, какие-то там небольшие. А часто вы закупки? Э, глобально два раза в сезон. Не два раза, а два раза в год. И вот э, сколько, например, в сезон вы выпускаете моделей? Это, наверное, вопрос, который мне регулярно задает наш маркетолог, но я на него не могу дать точный ответ. Мы работаем по принципу fast fashion, то есть mm -hmm. постоянное обновление идет с ассортимента каждые две недели. Ну, поэтому, я не знаю. Если мы говорим за три месяца, ну, это порядка, наверное, 150 единиц. Вот mm -hmm. вы сказали, что Анастасия Мельник дизайнер, у нас модель. А вот все одно, кем вы особисто надыхаетесь? Аби бы передавать эту атмосферу в коллектив, чтобы девчата, хлопцы, возможно, работали на бренд, на Если мы, бренду? Ну, человека такого нету, который бы меня вдохновлял. Меня могут вдохновлять люди из различных сфер бизнеса, которые, например, успешны в своих результатах, которые достаточно динамично развиваются, например, за год, они показали классные показатели. Вот они меня вдохновляют. Я понимаю, что, ага, по сравнению с ними, я мало работаю. Мотивую. Да, э, книги, вот последний раз мы с мужем летели, я прочитала одну книгу за время перелета. Я получила оттуда большое количество инсайтов. Возвратившись, я быстро это все адаптировала в работу. Ну, нету никакого волшебного там человека. А все одно из бизнес-сегмента, кто это может быть? До прикладу. В Украине? Так. Ну, в начале старта в своей карьеры я бы могла назвать несколько людей. А, к сожалению, сейчас, когда я уже знаю внутреннюю подноготную, Таких людей уже нет. Нет, ну, наверное… Сувора. Наверное, Алла Клименко, человек, который транслирует счастье и как бы счастливыми и тренинги, вот это единственный человек, которым я восхищаюсь в плане, наверное, того, что нанесет правильный и позитивный настрой массы. Вот. Ну, как бы это больше о личной мотивации, чем о бизнесе. Можно финансовое запитание? Да. Сколько вы вкладывали в свой бизнес, и как быстро он окупился? Um, сколько вложили? А это нет этой цифры стопроцентной, потому что каждый год идут постоянные вложения. Мы сейчас, наверное, стыдно признаться, но вот в процессе становления финансовой учетности предприятия, потому что до этого мы работали по принципу вложили, получили прибыль, что-то потратили, что-то вложили дальше, и мы не понимали вообще, ну, стоимость его Нестабильно трешечки. Да. А зараз ми виводимо вже цифри, щоб понимать, що ж стоит весь наш бізнес, бренд і как бы, всі вот вот фінансові нюанси. А в чому, до прикладу, мінуси і плюси власного виробництва? Тому що ну, не всі бренди э, мають саме власне виробництво. Це дуже багато зусиль, мабуть, потрібно, аби його сформувати. От що э, вас засмучує в ньому, і що навпаки мотивує ще більше йти далі. Но из плюсов однозначно это возможность быстро принимать изменения. То есть в тот момент, когда мы увидели какой-то тренд, если кто-то из наших конкурентов, им нужно время, чтобы разработать, отшить, отдать это на фабрике. Это, ну, мы работали с аутсорсными производствами, знаем, что это такое. Это достаточно проблемный процесс. То к нам пришла вечером идея, на следующий день конструктор получил задание, и через 5-6 дней мы получаем готовую отработанную модель. В этом стопроцентный плюс. Минусов действительно много. Порой это затратнее, чем отдавать изделия на аутсорс, чтобы кто-то тебе отшил и отдал готовую партию. А чему? Большое количество ресурсов задействовано. Когда кажется, что для того, чтобы отшить изделия, это нужны только швеи и оборудование, это параллельно конструктора, разработчики, которые, по сути, не шьют, но, а затраты на них идут, и плюс весь штат людей, которые занимаются, ну, которые привязаны также к работе швейного производства. Зав, начальники и тому подобное, начальник на начальником. Чи бывали такие моменты, когда коллекция не окупалась взагалі? А, понятия, как коллекция не окупалась, нет, потому что из коллекции есть изделия, которые, к сожалению, аутсайдеры. Это нормально, мы это понимаем, принимаем. Ну, да. залишайте просто. Да, да, в какой-то момент, спустя там определенный срок жизни, там 365 дней, они оценяются и переходят на сейл, и это ок. А, наразі знаю, є шоурум в Кропивницком в нас. Где еще? В конце марта будет в Киеве, в торговом центре, в Лавине. О, супер. А, возможно, в Одессу, Харьков? Планируете? Пока мы планируем только Киев и масштабироваться в нем, а дальше только по результатам исследований запросов, где было бы актуально. А, Какая ваша основная целевая аудитория? Ну, если сказать банально, то это 20-35 лет. Девушки, но ну, есть и младшие, есть и старше порядком. Инстаграмщицы. Так, да, ну, наприклад, у нас відрізняється цільова аудиторія в офлайні і онлайні значительно. Вот. Ну, как бы я можу розказати портрет клієнтів, але я думаю, це в принципі нікому не потрібно. Э, також прочитала інформацію, що ви часто робите колаборації з різними брендами, і навіть э, купила собі одну сукню, там, де написано «закохалась», це колаборація з космополітом. А, чи планируете еще работать что-то подобное? И если уже есть что-то на мети, то расскажите. А, да, на эксклюзивных условиях у нас подписан договор с Космополитом. Каждый год мы весной летом выпускаем с ними коллаборацию. Естественно, через месяц она стартует опять. А, ну, просто новый формат. И в дальнейшем мы планируем с медийными личностями. Просто сейчас мы пока на этапе переговоров. С какими? <laughs> я не могу раскрыть, пока не подписан договор, я не могу раскрывать это. Добре. Какая э, модель в ваших коллекциях наипопулярнейшая? Что это, сукни, спортивные костюмы, возможно. Каждый сезон это меняется. То есть, каждые три месяца у нас есть свои фавориты. Например, весной мы стартанули с фаворит в наших футболках. Это было неожиданно для нас. Обычно, например, это платье. Вот весной как бы, они обогнали платье. Поэтому всегда это по-разному а почему вы вот побачили э, розвиток самое в напрямку одягу, почему саме цей напрямок розпочали начали В принципе, в процессе поиска себя, я, наверное, мы сможем пробовали не разные направления. Я помню, мы даже цветы делали, которые светились. Поэтому. <laughs> Из чего? А они какой-то красочкой покрываются и а потом ночью светится. На тот момент мне казалось, что Кировограду нужны эти цветы, которые ночью засветились, и вот это оно. Потом я поняла, что нет, стоп. М -м. И Одежда, в принципе, с детства посмотрела фильм, понравилась какая-то там модель, я вот сфоткала там или как-то, и пришла, купила в Шанжане материал, пошла к своей швее, и мы отшили. Поэтому, наверное, как-то оттуда. Я понимала, что людям не хватает чего-то. А что еще пробовала с человеком? Что же мы еще пробовали? Наверное, сейчас я другого я не вспомню. У меня еще были квиты. Ну да, вот цветы это то, что мне так вбилось в память, все остальное это было какое-то такое мелочное. А до всего, чем вы занимались? Я работала в налоговой. Все так удивляются. Прошаренная женщина. А, вот, работала администратором. После налоговой почему-то решила, что там очень скучно, и перешла работать администратором Черчилль. А там я поняла, что как бы я забеременела, и закончилась моя работа в один прекрасный момент там. А вот подобалось работать в податкове Нет. Нет, Вы за учебу экономист юрист, так? А, образование у меня управление персоналом экономика труда. Угу. Я не понимаю в принципе, зачем я училась и пять лет там потратила. Ну чему? Можливо, це. Вот номер... если мне сейчас смотрят студенты, потом будет неловко. А где вы навчались? Кенту, сейчас так называется. НТУ. А, да. Ну. Кисм, кисм, да. Добре, як згадуєте студентські роки? Як отлично, красний диплом, все було відмінниці. здорово і повищена стипендія. Багато друзів залишилось з того часу? Ні, тільки один человек. чоловік. Чоловік? Ні, це на даний момент моя кума. А не плануєте ще освіту отримати? Очень хочу отримати МБА. Це в Україні? Так, в Україні відлична програми, по зарубежному формату. Просто для этого мне нужно находиться территориально на постоянной основе в Киеве. Угу. Якою была первая работа? Податкова? Нет. Я с 14 лет или с 15 работала. Расставляла на полках алкоголь, кажется, и вот что-то такое делала. Ага. И первые деньги, какие были? 400 гривен зарплат. Ну, це непогано. Ну, тогда это... да, тогда да. Это были все классные. Все-таки жилка бизнес-вумен была с Да, тогда. нет, то есть это, в принципе, бизнес, то, к чему я стремилась. Мне нужно было всегда заработать, отложить, чтобы купить родителям подарки. Это цель была, основная работа. А как вы считаете, женщина мая зараз сама себя забезпечивать? Это все зависит от ее внутреннего стержня. Я всегда говорю, что нет единого правильного решения. Если кто-то создан для того, чтобы быть матерью, класс и готовит дома борщи и это тоже круто это как по мне это намного сложнее чем заниматься бизнесом вот ну это мое ну, каждой женщины своя миссия да. а у вас как ну как бы мать я в первую очередь потому что я чувствую свою ответственность перед детьми но бизнес это то без чего я быть не могу от а дружина у нас такая стертая грань с мужем из-за того, что мы партнеры. Где-то грань между партнерством и семьей мы уже, наверное, немножко потеряли. Это как один из минусов работы со своей половинкой. Заважает ришки да. спильная работа. Мы не, не, можем разграничить после шести вечера работу и личную жизнь, семью, потому что все время она пересекается, и тема рождения обсуждения. И да. Про работу. Слушайте, ну четыре человека, найголовнейшие у вашем жизни. Расскажите про них. Четыре? Так, в Инстаграме при нами так написано. Три, кажется. Тебе не Можливо, собака, и потом Ну, подождите. Да, в принципе, двое детей, собака и муж. Да, четыре тогда. Забыла на этом пути. Давайте розпочнемо с человека. Как вы познайомились? В Кировограде по сей день существует такое понятие, как ночной дозор, только формат названия игры поменялся. Вы не знаете? Но я... Это квест. Это формат я но да. не принимала участь в нем. Это формат квеста, когда вы получаете задание, вам капают онлайн через телефон, стартуют различные экипажи, они решают задачу, находят локацию, снимают там код, ну и в дальнейшем, кто сделает это самый первый, тот и победитель. Вот, мы так и познакомились с мужем. И как все это развивалось? Это было давно, это было 10 лет назад, в этом году мы будем праздновать 11 лет с дня знакомства. Четыре года это все развивалось, пока не доразвивалось до первого ребенка. А я как в пропозицию, пометает? Да, в принципе, я это не скрываю. Я узнала о том, что я беременна во время рабочей смены в Черчилле. И позвонила ему, говорю, я не знаю, как так вышло. Он через час приехал с букетом цветов и с кольцом. Я ему до сих пор это вспоминаю, что ну, в идеальной же картинке сначала кольцо и свадьба, а потом дети. Ну, пошло что-то не по плану. Но это честность, это жизнь. Ну, це діти, перш за да. все. Це дуже гарний привід. Чому? Слухайте, а от є щось, що ви не готові йому пробачити? Навірно, ні. Є якісь моменти злості. Ну, от В сім'ї бувають такі факапи. Але глобально, слава Богу, поки він нічого плохого не зробив. Три чоловіки в родині. Як ви їх збираєте докупи? Uh, Я не знаю, поверьте мужа, он самый главный, на нем все держится. И я его как, как ребенок третий, он мне говорит. А вот что наиболее у вас же два сына. Ну, это не так легко, я думаю. Что наиболее важно в выховании сынов? Я думаю, что прежде всего воспитывать себя. Я понимаю, что все какие-то негативные стороны, которые проявляются у детей, это только... вид батьки. Да, это только какие-то отблески наши. Помните, вот, когда коли вы вдруг завагитнили, какая была реакция у вас и у человека? Это была моя третья беременность, после которой появился второй ребенок. Uh -huh. вот, поэтому это было очень долгожданно. Ну, мы ждали этого момента, потому что мы очень хотели ребенка. То, -то заплановано. Да. И сколько за рассрочки Старшему семь, младшему один. Вот так взагалі маленький еще. Да, Классно. А как вы вот развожаете семью, как любите саме в Кропивницькому проводить час? Mm, наверное, потому что тут мы не знаем, как особо проводить время, мы очень часто стараемся куда-то выехать за пределы города. Прогулка на Ленина или на детской площадке, но наверное это в основном предел, потому что я не знаю. А не планируете до Киева переехать? Uh, сейчас в процессе открытия магазина частично. Київ, частічно Кіровоград. Сім'я, я хочу забрати всю сім'ю в Київ, а роді немножко поки сопротивляються. Говорили щодо хобі там, чи відпочинку. Вам особисто дуже часто потрібен особистий простір для відпочинку, щоб не було нікого. Книжка да. ви, серіал ви. Так, да, достатньо часто. Я собі це дозволяю дуже часто. А от чому? Ну, мне, мне комфортно побыть наедине, просто полежать, подумать, неважно. Мне комфортно поехать куда-то одно Я могу поехать путешествие одна, то есть без проблем. Я еще не тестировала, например, улететь одна, но у меня это, например, есть в планах. Поэтому ну, каждому. этот баланс в да. себе. Слушайте, ну я знаю, что ваша спокуслива, так скажем, тема это подорожи, Азия. Почему угу. саме Азия? Тут совпало все с мужем. У нас вдвоем. Азия нам близка по духу. Это тут ты ее либо любишь, либо нет. Есть люди, которые ее не любят, потому что там недостаточно чисто и как-то безопасно. Для нас, например, Европа, хотя мы и бываем там часто, ну, это ок, но не вау. Ну, угу. как-то так. Какие страны э, справили на вас э, такой непередбачиваемый эффект? Что сподобалось наибольше? У меня нету пока вот такого вот фаворита, поэтому мы в Азии были достаточно количество стран. Из последнего более такой бизнес поездка это был Сеул, Корея. Ну, я уже летала с подругой. По крайней мере, наверное, я больше ожидаю, меньше получаю от поездок, поэтому вот первые поездки это было какое-то состояние, такое вау, как классно. Сейчас, ой, а на картинках было иначе. Ну, это интересно, я сравниваю, анализирую. аналізую, вот как А так. куди ще хочете поїхати? В Австралію. І, наверное, зараз мені хочеться релакса, это Мальдиви. <laughs> вот это такі плани. <laughs> а от нещодавно ви зауважили, що була бізнес-зустріч, якщо не секрет, в якому напрямку. Бизнес-встреча в Корее? Так, так, Это моя подруга, тоже, которая занимается бизнесом. Было просто решение полететь и посмотреть, как там, в плане того, что они достаточно прогрессивны по различным направлениям. Мы поехали, посмотрели, успокоились, что тоже не получили какого-то сверху эффекта. Да, классно, да, интересно. И говорю, ну, теперь нам нужно лететь тогда в Японию. Вот там еще прогрессивнее, чем у нас. Ну, вот как-то просто вот с таким форматом. Но не забываем, що не треба очаровывать щоб потім не расчаровывать да, это правда. У вас жіночий коллектив, в принципе. чи існує жіноча дружба? Я думаю, что дружбу нужно проверять спустя лет 10-15. Вот только тогда можно ответить на этот вопрос. Все, что 2-3-4 года, это хорошее товарищество. Вот как-то так. Чья у вас такая людина? Ну, я не дружу с коллективом, прям вот, чтобы потом не допустить ошибок. У меня есть очень близкие вот, как бы, напарники, партнеры в работе, да, которым я доверяю все полностью, вот, которые знают меня от и до. Тут 100% мне повезло с людьми, они для меня надежные, классные. Могу еще их расхваливать долго. А зарады были уже жизни? Да. Как вы переживаете эти моменты? Как себя докупы собираете, скажем, а, морально? У меня самые большие огорчения были, к сожалению, не с рабочими. Поэтому это по сей день этот момент я, наверное, еще не прожила и не осознала, что так бывает, что люди обманывают. А вот какой наитяжший период в жизни был? И что помогло вам ну, выбрать из него? Ну, самый сложный период, наверное, был после рождения ребенка второго. У мужа были определенные какие-то трудности по прошлой работе, которые всплыли спустя время. И вот этот вот период был для нас действительно тяжелым испытанием. Ну, мы его прошли. Я поняла, что э, когда наступает сложный момент, для меня семья все-таки приоритетнее, чем бизнес. Я делаю правильный выбор, что для меня... Ну, я порадовалась, что я смогла сделать такое решение для себя принять. Батьки. Да. Вытримают. Сейчас да. А Раньше. <laughs> а, ой, тогда они смотрели на это все как-то так с настороженностью. Может, нормальную работу себе найдете? добро И как вы налагоджили с ними стосунки тогда? Просто тогда просила помочь и поддержать, посидеть с ребенком, чтобы дать нам возможность заниматься работой. У вас с мамой или с татом э, больше теснейшие отношения? С мамой. С мамой. А с татком? Папа – то человек, благодаря которому я стала кем я являюсь. Он мне всегда четко ограничивал в финансах. Он мне говорил: хочешь, заработай? Нет, не дам. Хочешь, проинвестируй, если проинвестируй твой бизнес, если ты придумаешь какую-то свою идею? Ну, так я ничего, в принципе, не придумала, когда он предлагал. А он меня направил на то, что я должна быть самостоятельной. А вот зачем бы вы сказали маме дякую, зараз, и татуе? Папе за жилку бизнесмена, скажем так, а маме за то, что верила всегда во мне, и когда кто-то где-то мог сказать обо мне что-то не так, или кто-то во мне не уверен был, она меня всегда вот поддерживала. Говорила, ты у меня самое лучшее. Мне кажется, что этому нужно учить всех родителей говорить так своим детям. Есть что, что вы батькам не смогли пробачить? Слава Богу, нет. А, вы, в принципе, особистість публично. А, так, Инстаграм, Фейсбук. Чи есть какой факт, про который доси, никто не знает про вас? Я думаю, в принципе, я себя публичным человеком не считаю. Потому что чаще всего я отказываюсь от каких-то там съемок, интервью и тому подобное. Пытаюсь туда свой персонал продвинуть. Но... Я дуже вдячна, что вы до нас завитали. А Инстаграм... Я, наверное, в принципе, там делюсь всем. Если что-то есть для меня какое-то такое важное, я не стесняюсь, могу рассказать о своих каких-то проблемах. Мне даже кажется, что порой нужно делиться с факапами больше, чем с какой-то красивой картинкой. Потому что Инстаграм наполнен, вот всех все прекрасно, здорово. Дети всегда чистые, аккуратные, бизнес удается, деньги не прогорают, и, в общем, все здорово. Круто, люди на это смотрят, потом депрессии, что у меня же не так, а там у всех получается. Это не так в реальности. А есть моменты, когда, например, что-то не выходит, и вы обратитесь до Богу? Як у вас с религией? А, с религией очень плотные отношения в нашей семье. А, вся наша семья православная. Поэтому тут вопрос четко закрыт. Поэтому как бы, каждое воскресенье наша вся семья вместе с детьми отправляется в храм на службу. В какой храм? Возле ангел-хранителя. Есть у вас еще какие традиции семьи? Ну, это семейные праздники. Вот как раз православные все праздники мы стараемся провести вместе. Например, на Рождество или на Пасху мы не будем улетать с мужем в путешествие. Вот это такие традиции. Совместные ужины. Да. Ну, вот из глобального. Найголовнейшая цель на цей рик? Открыть минимум два магазина. И через 10 років? А я не хочу загадывать. Почему? А потому что для меня через 10 лет самое главное, чтобы вся моя семья была здорова. Все. А лишь на а выходит. Ну вот... Э... Ну это из таких коротких целей. Доброе, ну и на останок. Девчонка будет. А... а вот у Наташи там тоже говорили, что будет третья девочка. Так, а так. получился мальчик, поэтому, когда мне так говорят, я всегда привожу пример Наташи. Треба працювати, поки не буде дівчинка. А, ну, От муж зараз вже говорить, що ні, давай поспім. Паспім по ночам, тому що. Что... Слухайте, от як ви з чоловіком, дивлячись на те, що спільна робота, так, ви партнери, все ж таки а, налагоджуєте романтичний зв'язок між собою? Як от ви не, як жінка, так, намагаєтесь залишити це між вами, тому що робота трішечки вона. Дисбаланс дает. Да, работа дает дисбаланс. И, в принципе, дети дают дисбаланс, потому что только вчера вечером мы ужинали с мужем вместе и с ребенком. Он говорит, ну вот посмотри, какая романтика. Я, ты и ребенок, за которым кто-то из нас гоняется. Поэтому романтика — это только дети, собранные, отданные родителям. И вы вдвоем. И мы вдвоем, да. Или уехали, или улетели, или остались просто в городе. Неважно, но отдать. Зараз, дивлячись на то, что малому один рик всего, часто я такая возможность? В принципе, по запросу, с учетом того, что у нас есть еще няня, то это как-то, ну, в этом не совсем есть необходимость, так часто, как если бы, например, помощников не было. Вы такая стримана, деловая, как вы вот, расслабляетесь? Может быть, то спа, может там, не знаю, до стилиста пойдете, или, там, до косметолога, что-то такое женское. Как раз это не моя история Макияж, который мне пришлось Пройти перед приходом к вам Это было зря потраченное время Как по мне, я подгоняла жизнь И говорила, долго еще а Спа и салоны Время впустую Чему? Ну я не знаю, это для меня Для меня это время, которое я не могу потратить с пользой Ну скучно, я сижу, нахожусь но ну, Я не получаю от этого удовольствия Если расслабиться, только уехать Ну, я вам бажаю, щоб побільше країн було в майбутньому і побільше вражень, картинок. І це надихало вас на нові колекції вашого бренду. Всього тільки найкращого. Дякую. Будь ласка, але ще бліц. Готові? Да. Найголовніше в бізнесі одним словом, не здаватися. Який зараз найтоповіший лук у вас, в вашому гардеробі? Найтоповіший? Так. Кожен день міняється все. Чи носить Лідія сметана власний бренд? Все, що на мені сьогодні, это наше производство. Одним словом, one by one. Це... Вдохновлять. Найуспішніший той хто. Постійно учиться. Улюблений сніданок. Він який? М -м. Не снідати а, тот, который успел съесть. А приготовленный ким А домработницей. Улюблена настільна гра Монополія. Який найщасливіший день з вашим чоловіком? Їх Наприклад. Ну, і з последнього це, мабуть, роди младшого, коли він обіцяв, що. Что... скоро мы улетим в путешествие, и это все закончится. У вас, до речи, партнерские роды были? Два раза мы пытались быть до конца, и два раза на финише почему-то врач в акушер выгонял мужа. Лидия, вот вы сейчас счастлива от того, что вы маете? Да. А что вы маете? Самое главное, что есть, это семья, здоровье, близкие. Все. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли ці квіти для вас. Спасіба. Всього найкращого! Дуже гарних вам колекцій, дуже щирих людей поруч. І дякуємо, що завітали! Спасімо! Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.